Пяу, погнали. Сегодня против зергов играем. Чик, чик. Ну и как вы видите, все у нас идет как всегда по плану. Спокойно садимся, двухбазовый алынчик, выходим, побеждаем. Как будет сегодня, не знаю, возможно, зерк что-нибудь, чем-нибудь нас удивит. Отправим, как всегда, разведочку. Газик пора добывать. Так. Вроде по таймингу нормальному. Да, все, все, чики-пуки. Так, два Марика на Оверлорда. Супер. О, это супер круто. Теперь не будет в курсе, что у нас тут секретные приколы. Заметьте, у меня один парень чуть-чуть вперед выехал, и он у меня на самой удобной контролочке. Все это сделано для одной простой задачи. Чтобы его можно было резко нажать и забрать себе. Здесь сейчас очень быстро будем получать экономику начальную, так, с трех баз. Не понял, почему вот эта штука не достроилась.
보급고가 부족합니다. 사령부 업그레이드 완료. 보급고가 부족합니다. И пару лишних бараков просто. С трех ЦЦшек можем себе это спокойно позволить. Так, один парень не едет на разведку. Нам уже надо понимать, начинать, куда мы идем вообще кушать. Все, понял. А тут что-нибудь есть? Неплохое распределение крипа. Прям очень даже. Заметьте, никаких апгрейдов нету. Потому что просто они банально нам и не надо. Спровоцировать его атаку сейчас какую-нибудь не самую умную. Все, пошлите выходить. И выходить мы будем куда-то сюда. Причем мы сейчас начинаем разводить его. А сами идем и занимаем позицию вот сюда. О, да-да-да, это то, что нам надо. Нам надо было спровоцировать вот этих королев. Чтобы вот здесь вот стать спокойно. Оп, слишком много беллингов. Слишком много беллингов, слишком открытая карта. Да, линги, беллинги, это жестко. GG.